Всем привет! В данном ролике хочу выполнить одну очень простую, но при этом не менее интересную идею из профильной трубы размером 100 на 50 мм в моем случае. А почему я выбрал именно этот размер, станет ясно в конце видео. А для начала немного рабочего процесса, дабы было понятно, что к чему, зачем и почему. Всем приятного просмотра, погнали! С деревообработкой у меня пока что не налажена работа в мастерской, поэтому я решил просто заказать готовый слэп из кавказского карагача у ребят, столяров, которые занимаются именно изготовлением слэбов с эпоксидной смолой и любыми другими видами столов.
Ну вот, друзья, практически все готово. Остается только придать этому столу большей красочности и выраженности путем обработки его маслом для столешниц, которое придает древесине более яркий, выраженный вид и очень красиво подчеркивает всю структуру. Как я и говорил в начале, профтрубу я использовал для подстолья размером 100 на 50 мм, для того, чтобы была как можно больше площадь соприкосновения столешницы с металлом. И таким образом, благодаря закрученным в разбежку или в шахматном порядке саморезам, подстолье очень прочно и, можно сказать, намертво закрепилось к слэбу, не требуя каких-то еще добавочных усилений, раскосок и еще какого-либо лишнего железа. Надеюсь, вам понравится данная идея. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока.